смотрите, вот в этом плане здесь, ну, конечно, если вот прям у кого чересчур башка задирается, да, их надо прям вот на вот таких упражнениях купировать. Можно, к примеру, и так зажимать, да, а вот сюда вот челюсти, вот, вот здесь вот так вот держать. Тоже, в принципе, как бы нормально, да. Но здесь это уже вот для таких, которые вот, ну, бесполезно, не понимают словами, уже не одну палку, а вот хребет сломали. Вот пусть они держат вот так, да, либо на бок. Четко, вот, отлично. И вот двигайте максимально, максимально старайтесь, если вы дома, разнообразие прям по кругу, потому что здесь тоже немножко у нас дискомфорт создается, но тем не менее у вас на подсознание откладывается информация, как держать при нанесении удара.